Ну что ж, сегодня в нашем дворце бракосочетания сойдутся две замечательные пары. Папа, Эдишки, выходи. Выходи. Я не буду с ней жениться. Папа, она нас не выпустит. Быстро выходи. Она нас съест, если ты не поженишься с ней. Быстрее, папа, Эдишки. Выходи. Я не хочу, посмотрите на нее. Да мы понимаем, но папа. На сайте HotGame.ru ты сможешь выиграть любую топовую игру всего лишь за 49 рублей, а также Minecraft всего лишь за 20 рублей. Также на сайте присутствует различный выбор рандомных ключей. Ссылочка на магазин будет в описании. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафте. Сегодня вместе с Жейкой и Игорем мы продолжим играть «Кто твой папочка» в Майнкрафте. Да, ребята, всем привет. Всем привет, ребята. Ребят, как обычно, избавим стать большие пальцы вверх, потому что чем больше лайков мы с вами сможем брать на всех наших видео, тем больше серий «Кто твой папочка» мы продолжим записывать для вас. И, ребята, не забывайте подписываться на наши каналы, ссылки все есть в описании. И также, ребята, не забывайте писать свои положительные комментарии, в комментариях писать новые идеи для следующих серий по «Кто твой папочка». И давайте наберем 5000 лайков для того, чтобы ссылочку на эту карту мы оставили в описании, вы сами смогли поиграть со своими друзьями. Приятного вам просмотра. Итак, детишки, как вы помните, давно мы не выбирались в лес, да? Да. Эх, природу, ночи. Да. Хороший привал мы, конечно, устроили, но немножко заблудились. Как вы думаете, рассказать вам страшную историю, или вы маленький еще? Женечка, ты как? Расскажи, да, расскажи, пожалуйста, папочка. Хорошо, хорошо. В самом-самом темном лесу было самое-самое темное место. Самое темное, понимаете, да? Да, ясно, да. Ты представила, Эдишка? Да, вообще. Прям темнота темнющая, да? Темнота темнющая. Я понял. Вот, получается, и в самом-самом темном месте было еще одно самое-самое темное место. О, по мне уже страшно. И там, знаете, кто сидел? Кто? Призрак! Нет, как ты можешь? И что он там делал? Что, я не знаю, сидел. А может, там еще продолжение было какое-то? Не было продолжение, это точно. А, папа, зачем ты рассказал такое? Ну ладно, давай, Эдичка, теперь ты расскажи. А я не знаю никакие истории. Давай, Эдичка, рассказывай. Давай. Ну, однажды ночью мы с Женечкой сидели, смотрели телевизор. Мне уже страшно. Так, давайте без подробностей. Вы слышали этот звук? Да. Я слышала. Что это был за звук? Папа, мы у тебя спрашиваем, что это был за звук? Что это был за звук? Ты же охотник. Смотри, кровь. Давайте а может мы последуем, как в тупых американских фильмах, за кровью? Нет, это не тупые американские фильмы. Может, кому-то стало плохо, он начал кровь из носа капала. А, ну да. Или просто прыщик выдавил и просто там тут заляпал. Ну да, давайте. Не более того, давайте, пойдемте. Смотрите, дом какой-то. Дом! Как раз то, что нужно. Сейчас мы переночуем, все будет хорошо, и утром отправим. Вот тут. О, призрак! Призрак нападает! Папа, это тот призрак с истории! Наверное, но это не самое темное место, это, наверное, немного другой призрак был. Немного другой. А тут еще один! Смотри, оно. Из головы! А что? Стой! Он танцует! И поет! Джастин Бибер, убивайте! Убивай! Убейте этого! Не меня! Да все равно! Женечка, вернись, воскресе. Еще какие-то звуки. А ну тихо. Еще один призрак, смотрите! Папа, помоги! Это дом с привидениями! Лошадь! Черная дохлая лошадь! Я нашел лошадь! Где? И ого! Мы можем взять колбасу и питаться! Давайте в дом зайдем! Женечка, ты думаешь, это хорошая идея? В дом зайдем! Стекло! Тут еще один призрак! Эй! Почему здесь много призраков? Что это за дом? Кто здесь жил вообще? И так много ходить. Мы же заблудились. Смотри, а это кто такая? Где? Вампирша, Женечка, помоги, вот! Я пью! Походу, я маньяк в это. Так, ладно, папочка. Что? Ты где? Давайте найдем место. Кто эти звуки издает? Звуки какие-то, да, я слышу. Там два привидения! Женечка, руку, дай руку! Я не могу вывести! Женечки! Охренеть! Я убила. Так, теперь надо найти. Да еще кто-то кряхтит, что так много. Еще один скелет! Женечка! Дай стойте, аккуратней! Не бейте меня! Какие аккуратней, нам страшно, папа, тут призраки! Что это за дом нафиг? Здесь справились. Смотрите, еще какой-то подъем наверх есть, на второй этаж.
Ну-ка. Папа, не, Женечка, спустись, папа первый, папа проверь. И скажи, Женечка, стой. Все спокойно. Все спокойно. Безопасно? Нет, не безопасно. В смысле? Там кто-то есть. Ну, мы завалим. Да, старая ведьма. Как? Ее нельзя завалить. Мы походу в проклятом доме, она нас больше сюда не выпустит. И что тебе делать? Папочка, Эдички, мне кажется, ты что-то и должен предложить, чтобы она нас... Взамен, чтобы выпустила. Я предлагаю вам рамку и шапку. Мне кажется, она не согласна. Мне кажется, ей пофиг как-то на рамку и на шапку. Что-то ну, годное, нормальное такое предложи. Так, а что? Я не знаю, там... У сердца предложи. Или там что-то, ну, важнее, что у тебя есть. Ладно, я хочу вернуться домой, у меня там мой любимый телевизор. Можно, в принципе, подыграть. Ну, хотя бы поцелую ее немного. Не знаю, может... Бородавку! Вот сюда. Бородавку, вот, бежи. Все. Ну ты видишь, как-то... Не, я вообще пофигу, мне кажется, должен это пригласить там куда-нибудь, возможно, вечер какой-нибудь. Пойдем, дамочка, на свидание. Пригласи ей, встань на колено, папа. Как ты делал моей маме. Я маме подарил картину. И она согласилась? Да. Ну, видишь, с этой как-то не прокатит. Череп. Да предложи ей что-то нормальное, папа. Ну, что я предложил на свиданку пойти с бабёнцей-то? Ну все, пойдем на свиданку. Ну что ж, сегодня в нашем дворце бракосочетания сойдутся две замечательные пары. Папа, Эдички, выходи. Выходи. Я не буду с ней жениться. Папа, она нас не выпустит. Быстро выходи. Она нас съест, если ты не поженишься с ней. Быстрее, папа, Эдички. Выходи. Я не хочу, посмотрите на нее. Да мы понимаем, но папа. Ты же понимаешь, что твоего сына убьют. Твою невесту. Эдичка. Я все давай понимаю. Собой. Давай ты пожертвуй собой ради. Папа, Эдичка, ты такой красивый в платье, мне нравится. Вставай. Не было более нарядности тут в этом доме, он сраный дом. Да, сваху бьет вообще, охренел. Это так, начинаем. Начинай, папа, да, становись. Итак, уважаемая ведьма Сергеевна, готовы ли вы взять в мужья Игоря... Какого-то там. Готовы ли вы, папочка Эдички, взять в жены эту замечательную ведьму с бородавкой на носу? Ты вот сейчас серьезно меня это спрашиваешь, да? Папа, ну конечно серьезно! Серьезнее некуда! Вы мне столько у вас денег не хватит, чтобы мне столько заплатить. Да ящик пива Андрея купим. Как сочелся на бей. Горько! 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 Давай, папа, давай! Горько! Борь, давай, все, один, все, дай, все, папа. Мне кажется, ей не понравилось, папа. Нет. Да куда? Она же не выпустит нас, она съест нас, папа. Ладно. Давай. 10, давай. Раз, два. Три. Папа, мне кажется, она хочет чего-то большего. Первую брачную ночь. Как ты думаешь об этом? Очень негативно. Папочка и так уже настрадался. До свидания, ведьма, до свидания. До свидания. Господа присяжные. До скорых встреч. Валим отсюда. Папа, валим нахрен, привел нас в проклятый лес, давайте. Валим. Всем большое спасибо за просмотр. Если этот видос вам понравился, почему бы не поставить лайк и набрать 5000 лайков для того, чтобы ссылочку на эту карту мы оставили в описании. Да, ребята, не забываем подписываться на все наши каналы. Ссылочки, как обычно, будут в описании. И, ребята, также не забывайте писать ваши комментарии. Мы читаем абсолютно все комментарии. На самые интересные, ребята, мы отвечаем. Также, ребята, предлагайте ваши идеи для серий «Кто твой папочка?». И давайте, ребят, поддержим нашего папочку Эдички. Он тогда страдался. Давайте побольше лайков наберем. Да. Да, ребята, большое спасибо вам всем за просмотр. Всем удачи и всем пока. Всем пока. Всем пока, ребята.